Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Strike Force от Marvel. Так, ну что у нас тут? 15 карточек на пустельгу плюс. Вот это, кстати, хорошо, ребят, сегодня. Опа! Крутой Человек-паук! Я могу его завербовать? Это с чего вдруг такие подарки? Видимо, ребята, что-то мы здесь получили. Давай посмотрим. Да. Мы получили с тобой 20 карточек на Человека-паука, поэтому, ребята, нам это и дало. А что это за собранные награды? Я даже не помню, за что мы их получили. Так, ладно, мы здесь посмотрим, что у нас тут. Сезон рейда начался. Так, Нистосу красных звезд. Доступен налет. Битва за сферы. Это хорошо, ребята. Так, заканчивает он у нас призрачный магазин, которым я так и не пользовался. Я не знаю, ребята. Там написано, зайдите на сайт. Тут у меня вот этих вот колец дофигища. Как и в свое время еще что-то было. Вот. И в тот магазин я не могу зайти, потому что он, ребята... Ну, он недоступен, короче, мне. Мне он недоступен. Так, ну что, давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Угу, нормалек. Понятно. Такс, налет, друзья мои. О да. Я даже не знаю, ребята, у меня всего лишь 75, почему так мало? Так, может быть, подожди, может быть, за ежедневки мы что-нибудь с тобой хапнем. Так, ну тут у нас все это сделано. Так, это мы забираем, это, ребята, автоматически, потому что я уже в течение, наверное, месяца захожу и ничего не пропускаю, поэтому у меня эти задания как бы автоматически делаются. Так, давай посмотрим два испытания у нас. Сразу здесь заберем все. Здесь заберем. Хотя на самом деле мне бы надо бы попробовать пройти дальше. Может быть, рискнуть все-таки, ребят. Давайте-ка я рискну. У меня персонажи сейчас более-менее прокачанные. Я думаю, что я вполне смогу пройти на 3 звезды. Тут у нас к тому же еще Гаморушка есть. И она мне очень здесь сильно поможет. Вместо Дэдпул. Давай мы, наверное, сделаем вот так вот. Тьфу ты. Я поставлю доктор... Да не вперед ты вставай, господи. Что, вы издеваетесь, что ли, надо мной? Не могу понять. Вот так вот. Вот так вот я хочу, ребят, рискнуть. Пройти на 3 звезды и чтобы получать больше наград. Вот я к чему клоню. Сейчас посмотрим, получится ли у меня. По идее, должно. Слушай, я вот убедился, ребята, что Гамора... Но она сильна. Так, давай-ка мы поставим первую скорость. Сколько здесь врагов? 9 будет. 9 врагов. Это у нас... Блин, Ронан обвинитель еще тут. Я, наверное, Ронана попробую сейчас уничтожить в первую очередь. Дыч! Отлетел. Так, ну что, теперь давай, наверное, бомбанем эту. Угу. Кровотечение повесил, уже хорошо. Теперь сюда. А ну-ка. Так, ну-то я видел, уже отдуплился от кровотечения. И он остается один. Но врагов-то еще будет 6. И, возможно, они сейчас приземлятся к нам. Возможно. Че, он выжил, что ли? Ну, это временный эффект. А где остальные-то 5? Так, кто у нас тут? Я понял. Тут и Дэдпул, и Сорвиголова. Тут же и Росомаха, да? Давай-ка мы, наверное... Отлично! Да, действительно, ребята, я давно в этом событии, видимо, не был. И персонажи у меня здесь уже, можно так сказать, грубо говоря, переросли. Эти события. Я просто их давно не проходил, и вот сегодня вдруг решил. Так, с Гаморочка, держись. Так, Реник открывает Крутой Человек-паук. Соло Вольф получает 6 красных звезд для Мисс Марвел. Нормально. Так, ну что, бомбим этого хламона. Опа. Слушай, мы его как-то интересно так ударили. Я думал, что он отразил атаку. Дэдпулу крышка. Марвел, ты куда там смотришь? Куда-то там по сторонам смотрит. Оу, Кейбл, не повезло. И, друзья мои, остается у нас кто? Правильно. Росомаха. Ну, я смотрю, даже кровотечение ни на кого не смог повесить. Видимо,
Такой он слабый. У нас идет сильное сопротивление. Так. Вот это мне нравится, что регенерация еще идет. Все, хана тебе. Да. Мисс Марвел уничтожила. Так, ребята, это хороший знак, потому что мы с тобой прошли на 3 звезды, соответственно, я получаю выше награды. Но я сейчас пойду дальше и попробую еще дальше пройти. Может быть, и там получится тоже на 3 звезды. А тут так вообще шикарно уже будет даваться. Ну да. Поехали, короче, в бой. Команду, наверное, такую же оставим. И сейчас посмотрим, что у нас там будет по противникам. Надеюсь, все будет хорошо. Хотелось бы мне, конечно, сегодня еще сыграть в Снэп от Marvel, ребята. Но уже время 2 часа ночи, я не знаю. Так. Ну, тут уже 12 противников, друзья. Так, Мистик будет уклоняться, да? Это же уклонение, да. Поэтому нет смысла сейчас ее пинать. Попробуем завалить его. Но, мне кажется, чуть-чуть у него есть. Все-таки бомбанули. Так, сорви голова. Смотри, что творит. Ах ты, жук. Ну, давай начнем с Человечка-паука. Так, это Мистик у нас, да, насколько я помню. Неприятная сущность, если честно, этот Мистик. Естественно, они на хила лезут. Слушай, а почему у меня... У него уязвимость идет, поэтому сейчас, да. Мне не нравится то, что у нас мало как бы здоровья. Наверное, нет смысла пока, ребята. Блин, какое же у него уклонение, это посмотри. Так, минус паучок. Попробуем сейчас. Все, ему хана. Сорви голова, отдупляется. Ну что же, Мистик у нас тут остается. Сопротивление, да? И плюс исцеляющий фактор. Смотри, смотри, смотри. Видишь, что делает? Дублирует. Она дублирует одного из наших бойцов. Оу. Слушай, и это еще, по-моему, не последний получается. Надо всех ослабевать. Тут у нас довольно неприятные противники. Если честно. Кровотечение повешу на них. Такс, и, наверное, ну давай начнем с железного кулака. Вырубай его. Так, лечение, лечение, они все лечатся. Теперь бы нам, наверное, Мистика все-таки надо завалить. У нее тем более пониженная сопротивляемость. Дальше кто у нас идет? У нее, кстати, тоже пониженная сопротивляемость. Вот этот значок, ребята, означает, что каждый ход... Нет, не вот этот, а вот... Да не кровотечение мне, вот. Этот персонаж уязвим, увеличивает... Получаем урон на 10%. То есть мне выгоднее ее бомбить на 15-300. Так, а вот этот парень уже кровотечение навешал. Навешал нам. Ладно, у нас есть еще лечение. Не забывай на Докторе Стрэнджа. Так что я, в принципе, здесь абсолютно спокоен. Единственное, что мне не нравится, что еще будет персонажа. О, вот это вот круто, ребята. Она зарядила меч. Это верный меч, я называю его. Он... Он вот, по-моему, это, да? Вообще порубила. Когда нажимаешь, она ударяет всех. Ну что, вольнем? Нет. Хорошо бомбит. Заряженный меч, это, конечно, имба. Так, кто у нас тут? Твою налево. Ну, исцеляться нам пока не надо, это однозначно. Блин, Черную Пантеру или Шторм. Да и Пира тоже. Джиггернаут, блин, со своей... Слушай, Джиггернаут, по-моему, имеет
провокацию. У него... Ага. Ну-ка, добьешь? Так, шторм. Поехали. Джиггернауту крышка. Дальше. По идее, всем кровотечение должно повесить. И, по-моему, даже не одно, да? Ну, вот она, шторм. А вот теперь пора показать в действии. Вот это вообще круто, ребят. Крутой удар, на самом деле. Не дай погаснуть. Пантера отдуплилась, как ты видишь. И осталось их всего здесь двое. Так, Пира выживает. Хана ему. И остается у нас Шторм. Блин, нифига она влупила. Минерва очень слабо бьет, ребята. Из своей винтовки, блин. Я ее держу только лишь как хила, блин. Но она так слабо бомбит, что меня просто бомбит самого от ее вот этого вот выстрела. Я вот думаю, а дальше-то мы, интересно, сможем справиться? У нас, по-моему, последняя попытка сейчас останется, если я чего-то не ошибаюсь. Да, ребята, у нас последняя попытка, одна из трех. Ну, давай... Кто тут покажет противников? Так, уровень отряда 71, категория снаряжения 13, красные звезды 4. А здесь требовалось... Ага, только буяны и поддержка. Да, в принципе, справимся. Уровень снаряжения подходит, это все подходит. Единственное, что меня интересует, сколько здесь будет врагов. Там 6, тут 12, сейчас 20-ку влепят. 11. Так, ёк-макарёк, баку здесь. И как-то они так интересно встали. О, Шури еще к тому же. Киллмонжер там же. Ёпарасете. Тут, по-моему, мы попали, друзья. Поехали. Я не знаю, смогу ли я Шури завалить. Чуть-чуть не хватает. И тут Дэдпул. И они нападают. А че он два раза-то ее... А, это... Нет, это... Слушай, че он разошелся-то? Росомаха там наяривает. Давай сделаем так тогда. Спасет. Почему на ней провокация? Я никак не могу врубиться. Фига там чувак наяривает. Я не могу врубиться, почему на ней провокация находится. Это кого там? Это как? Ты видел вот эту борзоту, что они сейчас только что сделали? Кейбл там стоит, да? Гамура, рубани его, пожалуйста. Нам срочно нужен хил. Боевая машина. Ох, хорошо подрезала. Еще и добивку. Так, а теперь почему-то провокация стоит на мисс Марвел. Бомбу, бомбу бросил гад. Вот тырок несчастный. Теперь надо баку этого, ребята, бомбить, чтобы духа его здесь не было. И как-то попытаться восстановить нам полностью здоровье, потому что противники еще прибудут. Кто-то прибыл, я не вижу. Блин, мне не видно, кто там. Блин, Кингпин вышел. Ёк-макарёк. Доктор Стрэндж, ты будешь ходить сегодня или нет, блин? Что это у тебя, блин?
Тот, по идее, должен... Блин, еще это черная вдова. Так, у нас ускорение. Зарядила. Красавица ты моя. Давай. По всем. Слушай, благо мы здоровье, по-моему, всем восстановили, да? Слушай, так, мы еще и заблокировали лечение. Поэтому надо Капитана Америка пока... Он... У него что, два, ребята? У него два... Два уклонения? Блин. Тогда поехали отсюда начнем. А почему только одного-то? Блин, теперь... И Доктору Стрэнджу досталось. Слушай, он какой-то лютый здесь. Это кто такой? Это Дэдпул же, Дэдпул. Ты посмотри, а это кто у нас? А, это же вдова. Доктора Стрэнджа завалили. Не пробило, что ли, блин? У него уклонение, прикинь. И гранату, да? По-моему, мини-нервы крышка, ребят. Все, я не смогу возродить. Из-за дебильного это Кингпин, блин. Они все тут делают, блин. Все, их глушили. Ну что ты стоишь там, улыбишься, блин. Эту провокацию еще взял на себя. Ну, ё-моё, ну. О-о-о. Дела мои хуже, чем ожидалось. У него уклонение, уклонение. Вот только у этого нет уклонения, блин. И вдова эта черная просветилась наконец-то. Так, этот взял. Блин, ну они отхиливаются. У них очень, блин, усиление защиты, усиление защиты. Да все тут уже, ребят, ничего не сделать. Не потянул, не потянул я, ребята. Вроде 11 противников, но... Ну, сам видишь. Да ты заколебал, ты дурак, блин. Чертов дебил кусок, а? Причем каждый, ребята, с провокацией. О, сдули наконец-то. У него здоровье-то там осталось, блин. Если бы у него была бы контратака, было бы неплохо, ребят. С гранатами. Да не... Оу! Тихо-тихо-тихо-тихо. Как думаешь, прокатит? Ты чё там, блин? Вон, конечно, блин. Тьфу, прошли, ребят. Но не на 3 звезды, как ты понимаешь. Офигеть. Ну, награду я получу, да, понятно. Прикинь, мисс Марвел только одна выжила. Вот так вот. Попытки закончились. Так, здесь у нас... Ну, здесь я не могу, ребят, потому что вот требуется ИЗА 8. Поэтому здесь автопобеду и на 3 разика. Так, здесь вроде бы все. Получаем здесь награды за прохождение 2 испытаний и купить припасы 3 раза. Давай посмотрим, что у нас не хватает, то и будем покупать. Так, подожди, вот это вот возьмем. Дальше.
Вот этого нет у нас. Приобретаем. Так, вот этого нету. В принципе, вот это можно взять. И вот эти вот две, которые у нас. Сейчас покажу, где они там. Минимальное количество, по-моему, 9 штук. Вот, вот это вот. И вот это. Так, сферы, друзья мои. Ну что, давайте получать сферы. Так, множитель. Марвел, это все есть у нас. Это дубликаты, ребят. Улучшено, да? Дубликат. И последняя попытка. Дубликат. Да, дубликат, друзья мои. Вот только лишь опустошитель-борец, друзья мои. Ну что ж, повысим его. И заодно откроем с вами новых персонажей. Так, ну что, девушка-белка, друзья мои. Девушка-белка, я на нее давно накопил. Но я не стал делать серию, потому что это всего лишь один персонаж. Как бы, ну, несерьезно. Ну что же, у нее тут задать жару. Наносит основной цели 90% урона, игнорирует провокацию и скрытность. Наносит врагу с наибольшей заполненной шкалой скорости 60% урона. То есть атакует, у кого больше всего шкала скорости заполнена. И восстанавливает всем союзникам 5% от максимального здоровья этого персонажа. Шанс 50%, приказывает союзнику с наибольшим уроном атаковать основную цель. То есть она еще идет у нас и как медик. Ну и вот крутой человек-паук. Вербовать его 20 тысяч. Такого персонажа я не видел, я не знаю, что он из себя представляет. У него 3 звезды. Так, крутой вшух. Наносит основной цели 60% урона. Персонаж наносит меньше урона союзникам из команды заражения, когда его заставляет атаковать союзников. Интересно. Дает бесшумный режим, но снимает маскировку. А что значит бесшумный режим? Наносит основной цели 80% урона, наносит врагу с наибольшей скоростью 80% урона. А что значит бесшумный режим, но снимает маскировку? Вот, вот это для меня, конечно, что-то как-то непонятно. Хм. Очень странно. Ладно. Так, у нас еще какая-то одна сфера. А, это денежная сфера. Давайте ее, ребята, откроем. Ну и тут 100, ну 200 тысяч там с копейками. Так, здесь у нас. Оранжевое снаряжение, уникальные материалы. Содержится оранжевые материалы и снаряжение. Ну, нормально так. Вот мне вот эти нужны слитки, ребята. Мне эти слитки нужны. Так, подожди, а здесь будет интересно то, что я хочу? Да, будет. Вот эти вот мне нужны тоже, ребята. Очень много для прокачки шмота. Так, подожди, дай-ка я проверю кое-что. А то вдруг я еще неправильно что-то делаю. Такс, 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 такс. Кому? Так, тебе что-то надо было. Ту-ту-ту-ту. Ну давай здесь, наверное, попробуем. Автопобеда, соточка. И... Понятно. Есть, да? Но этого мало. Теперь нам нужны вот эти вот. А где их взять? Сферы войны фиолетовые, фиолетовое снаряжение. М-да. Так, тут надо это. Тут дофига чего кому надо, друзья, если честно. Тут то же самое. Так, подожди, а где их можно найти? Да не... Вот это вот.
Сервайвер войны. Вот и где можно найти. Таких у меня пока нету. Так, друзья, тут что мы получаем? Собрать 36 персонажа типа техно. Потратить 300 кредитов арены. Так, ну что, ладно, давай тогда дальше попробуем. Дай-ка я все-таки гляну, что здесь. В чем отличие? Не, эти я и так нахожу. Это, ребят, слабые, вот надо что, действительно. Эти, те слабенькие. Те мы с тобой находим каждый раз. А вот эти вот, это действительно редкость. Все, кончились. Ага, теперь, значит, так. Значит, они поделили. Ладно. Сколько там еще? 5 раз. Да блин, да. Все, уже начинаю тупить. Так, и 8. Все, это последний, ребят. Так, ну здесь я только звезду получу. Да. Причем одну какую-то вшивенькую звезду. Может, еще все-таки одну, а? Дадите. А еще дадите? А больше нет. Никто на 2 звездочки? Не, не хочет. Нет, не хочет никто прокачивать здесь. Минималка идет 4 звезды. Так, 950. Ну, я не знаю, ребята. Я и вот этого хотел бы. Блин, он Стрэндж бессердечный. Такой жесткарь, если честно. Вообще жесткий чувак. Просто жесткач. А здесь... Здесь я Марвел, ребята, прокачиваю. Хотя, на самом деле... и этого можно приобрести. 1915, тут 2000 минималка нужна. И далее Морбиуса, и Доктор Вуду. Не хочу я на них тратиться, ребят. Так, ну что, глянем теперь по этапам. Что у нас тут? Так, ну пока ничего такого. Вот этих вот 1400, если у нас 600 было, мы сейчас откроем с тобой с персонажами. Так, а вот 450, ну в принципе все, нам хватает. Открыть эту сферу. Он нам уже ее показывает, сейчас мы с тобой ее вскроем, на самом низу. Вот она. Ну, здесь такой шанс получить нормально. Ну, понятно. Дали мне тоже. Мистики. Техники, мистики, техники. Ну, получается, что, наверное, здесь все. Так, в событиях. Фигушки. А то событие до сих пор еще открыто, но я, ребята, здесь не могу. Здесь нужен Пегас. Меня туда не пустят. Так, участвовать ИЗО 8. Подожди. Так, здесь у нас... Опа! Да ладно, Минерва, ты у меня 14-ю категорию получаешь шмоток. Молодца, молодца. Вот звезд у тебя, конечно, мало. Вот
Вот это вот прям раздражает. Звезд у тебя мало. Всего лишь 3 звезды, ребята. Но тем не менее. Так, Доктор Стрэндж, давай-ка я тебе, наверное, еще качну. Чуть-чуть. Этого, до этого не стоит. Вот эту бы барышню, да? Можно было бы, ребята, но... Гамора, у нее и звезд там прекрасно так. Ну ладно, хотя бы Минерва чуть-чуть прокачалась по снаряге. Хоть какая-то отдушина будет теперь. Так, что там по припасам? Опять? Опять мы заработали на сундук, что ли? Ну да. Ай. Тоже мне. Так, а в налетах у нас что, ребят? Подожди. В налетах у нас налет поменялся или нет? А, ну да, у нас же вот что. Так, тут какие награды? Тын-тын-тын-тын-тын. А здесь, если не ошибаюсь, по звездам, да? Угу. Может, вместо Таноса поставить... Гамору. Ну что, симулируем, да? Симулируем. Поехали. Да тут мы их рвем. И этих тоже рвем. Так, 187, давай. Понятное дело, что этих тоже рвем. Ну. Так, что у нас там по наградам? Тын-тын-тын. Мало, да? Маловато будет. Так, теперь я предлагаю, ребята, вот здесь немножко подраться. Почему сразу полтинник у меня отнимают? ₽158. Блин, ну тут больше идет расход. ₽190, ₽192, ₽198. Ну давай 190. Я имею в виду, это мощь. Ну и чё? Сотка, уже сотка, ребята, тратится, блин. Последняя сотка, получается. Ну давай. Да ладно, этого раскручили, прикинь. Ну что, заберем награды наши. Получить все 10. Отлично. Так, теперь пойдем опять в магазин, ребята, и начнем сейчас открывать. Корвус. Файр. Так, ну что здесь? А, дубликат. И опять же дубликат, да, блин, они со своими дубликатами, ребят, специально так делают, чтобы ничего тебе нормального не выпало. И 3 обычных вот этих. Так, это у нас Спайдер-Веном, да? Агент Веном. Это Фотон, ну, это Носорог. Такая вшивенькая, на самом деле, награда, друзья. Ну что, поехали. Посмотрим. Да. Хотелось что-то лучшее, но тебе, как всегда, дают какое-то фуфло. Если честно. Просто, ребят, фуфло. Что по рейдам?
По рейдам все, блин, фигово. Осколки персонажей 65-70. Ну, я не знаю, сколько мы тут с тобой пройти можем. Ну, давай, если, например, я отсюда начну. Поехали. Да вы серьезно, что ли? Вы издеваетесь, блин. Ну, а что делать-то? Придется драться. Так, тут 28-27. Ну, здесь мы тоже, по идее, должны выиграть. Так, здесь у нас 26-27. Давай влупим. Так, сколько там у нас еще? Еще два хода. Слушай, ну все равно, ребята, сегодня мы открыли двух новых персонажей. Я считаю, что это круто. То есть Человек-белка и крутого Человека-паука. Да. Как-то так. А здесь, по-моему, те же самые, да? А, нет, здесь, ребят, немножко другая. Здесь можно тоже вступить. Здесь немножко другая энергия, поэтому... Ну и к тому же тут команда, сам видишь, какая. Я вот, наверное, этого уберу, все-таки возьму. Я понимаю, что по мощам, но, ребята, по эффективности, мне кажется, что Доктор Стрэндж здесь будет получше. Он, конечно, не вписывается в этот наш отряд, если честно, потому что у нас тут все-таки... Как они там называются-то? С другой планеты-то. Ну, а Доктор Стрэндж, он вообще... Не от мира сего, он какой-то... Я даже не знаю, как его назвать. Но он крутой. Я представляю, если команду мага взять, да, Мбаку, там еще кого-нибудь. Его, кто там еще? Доктор Вуду. Ты представляешь? Такие мистики. Просто, наверное, запинает любого. Потому что у них там всякие дебафы там, я не знаю. Все, ребята, всю энергию здесь потратили. Даже вон, что получаем. Еще один. Оу. Это, ребята, высота. Это новый персонаж, которого буквально недавно включили в игру. Вот что я тебе скажу. Мерзость, ну да, копить на нее долго. Так, здесь что у нас? Минстоун, я не знаю, кто это такая. Барон Зема. Вот этот же чувак, аристократ, командир Гидры, барон Зема, черпает силу из презрения к слабым, наносит дополнительным приспешникам. Минстоун гипнотизирует, манипулирует другими энергетическими взрывами, накладывает оглушение и травму на своих врагов. У этого 40, у этого 20. Возьмем здесь тогда. Барона Зема. Тут 950, ну тут, ребят, не знаю. Прикинь команду вот чисто вот человеков-паучков этих набрать. Это будет, наверное, круто. Так, я хотел Роя, ребята. Рой мне нужен для... Это же, по-моему, да, зловещая шестерка. Вот он мне и нужен. По-моему, с четырьмя звездами. Ух ты. Так мы с тобой потихоньку Халка и прокачаем. Тут, конечно... Пройти темное измерение. Да, мне только до темного измерения, если честно. Темное измерение, конечно, блин. Пыхтеть мне и пыхтеть. Слушай, я тут так и не поучаствовал, что ли? Окей, сделаем. Так, еще две награды. Так, и сделать вклад. С
Слушай, подожди-ка, я в технологиях все развил. По-моему, в мутантах у нас. Или в навыках. Все, ребята, все здесь развито. Хм. Ладно. Ну и там осталась ерунда. Потратить энергию. Скоро, друзья, 80 уровень получу. Скоро получу 80 уровень. А если ты не знаешь, то 80 уровень — это самый наивысший здесь. Ну именно уровень. Это как бы ни о чем таком особом не говорит. Просто будет максимальный левел. Вот и все. Ну что, друзья, вот такая вот у нас была кратенькая сегодня серия. Открыли двух персонажей. Кстати, его хоть глянуть. Может, там его... Где он? Он в самом внизу, вот он. Его можно в тренинг отправить. Сразу прокачать до 35 уровня. Еще можно и улучшение сразу ему сделать. Категория 2. Плюс вот эти прокачать ему. Надеть вот эти элементарные шмотки. Так, а я совсем про нее-то забыл. Что же, блин? Рэй, ну ты че? Да, лопухнулся, друзья, лопухнулся. Кто-нибудь хочет прокачаться? Может быть, кто-то хочет уровень шмота себе повысить, нет? Ты не хочешь, серфер? А ты? Ну, а ты, Сильвия? Нет, у тебя не хватает здесь. Тигрица? Ни в какую. Тор, ну а ты? О, Малорик. Да какое там снаряжение у него? Категория 6, ребят. Тор. Есть разница, 6 категория шмоток и 14, ты представляешь, насколько мы превышаем по шмоту. У этих еще что-то можно выучить. Управление разумом. Давай. Есть, конечно, ребята, такая небольшая мечта — создать команду асгардцев. Команду, как их назвать-то? Да как там звать-то? Твою налево. Ну, короче, команду этих солдат, так скажем. Туда входит Фьюри, туда идет агент Коулсон, там Джессика Джонс, по-моему, туда же входит. Потом хотелось бы создать команду вот такую, как Железный Человек, Капитан Америка, в общем, этот, Мстителей, команду Мстителей. Но это, ребята, ну нереально же все это сделать. Потому что все это очень дорого стоит. Но одну команду качать, как бы, ну тоже такой себе вариант. Я вначале вот Кри хотел сделать, Кри. Команду Кри. И я пытался ее сделать, ребят. У меня был вот Минерва, Капитан Марвел, Королевский Страж. Королевский Страж, если честно, это идет вообще из низших самых, ребят. Поэтому как бы у него, потому что, видишь, у него всего лишь 3. В отличие, например, вот от элитных воинов. Поэтому лучше, конечно, брать, прокачивать Таноса. Если уж на то пошло. Таноса и, например, ту же самую Гамору. Ну, Гамора, она больше все-таки идет к команде этих. Звездный Лорд, где вот туда вот она идет. Она больше туда вписывается, чем к нам. Хотя она тоже из Кри. Так, ну что, все вроде бы, да? Больше никто ничего не хочет. А, нет, смотри, смотри, у нас новый ранг на Белой Тигрице. Ё-моё, как-то я пропустил такое дело. 3-ю звезду она получает. Вот так вот. Замечательно, друзья мои. Белая Тигрица получила новый ранг
Блин, вот этот солдат никак не может. Ну, это тоже солдат липовый, ребята, вон всего лишь 3 скилла у него. Все. Больше мы ничего здесь сделать не сможем. Смотри, Мадлен Прайер. Одна карточка. Шерн Кар. Тоже одна. Кстати, это же, по-моему, плащи, да, идут? То есть вот плащ, плащ, плащ. По-моему, призрак тоже плащ идет. У них тоже, ребят, своя команда. Хотел накопить на Агату, так и не успел накопить. На множитель тоже тут немного осталось. Чем отличается мисс Марвел от той нашей мисс Марвел, я вот ума пока не приложу. Ртуть. Человек-паук, симбион. Высота. Боеголовку хотел тоже, ребят, открыть. Нифига у меня не получилось, не успел я на нее насобирать карточек. Ну, как-то так. Ладно, друзья мои, все. На этом будем сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.